Сезонные работы по ремонту и строительству дорог в регионе завершаются. В этом году в 13 округах Подмосковья обновили 185 километров дорожного полотна. На некоторых участках работы продолжатся до октября. Эта сфера требует особого контроля, подчеркнул Андрей Воробьев. Своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей. В преддверии учебного года на первом месте детская безопасность. В этом году на дорогах Подмосковья установили 80 новых светофоров. В Одинцовском округе они появились на улице Чистяковой в Новой Трехгорке. Работы там почти завершены. В полном объеме выполнена линия наружного освещения на всем протяжении объекта. 8 автобусных установок у нас тоже уже установлено. 6 светофорных объектов у нас появилось. Из них 2 на перекрестках, а остальные это пешеходные светофоры, вызывные. Завершаются отделочные работы и на эстакаде в Отрадном. Кроме того, за лето в округе ликвидировали почти 9 тысяч дорожных ям. Провели плановый ремонт на 9 участках дорог протяженностью более 10 километров. По программе губернатора проложили 27 пешеходных дорожек. Одна из них в районе 82-го и 84-го детских садов. Достаточно длительное время вот на дорожке, на которой мы сейчас стоим с вами, прекрасной дорожке между двумя детскими садами, было и грязно, и было и снежно. И ребятишки, которые шли из одного сада в другой сад, также и родители, не могли, как говорится, преодолеть это препятствие. После обращения на портал «Добродел» непроходимые тропы на радость родителям и не только стали приводить в порядок. Сегодня мы с вами видим, что это прекрасное дорожное полотно, достаточно широкий тротуар. И до сих пор проводятся работы по благоустройству территории. Вот. Поэтому все прекрасно и замечательно. Родительская общественность благодарна. В 2024 году программа ремонта региональных дорог будет сформирована также в соответствии с пожеланиями жителей на портале «Добродел». Полина Бахова, Илья Павлов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».